С вами снова я, Зазепа. Продолжаем играть ROM 2 Total War. У нас тут очень серьезные замесы. Серьезную войну мы тут развязали. Но я думаю, мы осилим. Это будет интересно. Так. Давайте с этих пацанов не будем спуску давать, потому что они могут и высадиться. Хоть завоевать какой-нибудь наш городишко. Ну, поэтому мы походим тут. Нам не тяжело, да? Подавить восстание надо. Это гребаное, которое все портит нам. С этими пацанами походили. Давайте завершим ход. Нужно попытаться расширить нашу территорию, вот, отжать у наших противников те земли. Сами нам, главное, войну объявили, мы так вообще не хотели ее объявлять никому пока что. А если объявлять, то тем, кто бы снизу. Может, их уже и захватили бы. И что там, катаются. Туда, не сюда. Тоже плавают. Ладно, в случае чего, если они решат напасть. Селение несчастно. Где оно несчастно? Тут несчастно. Тут оно, да, тут оно немного несчастно. Денег стоит. Ты по-прежнему не можешь атаковать? Нет, давай уже атакуй. И давай уже добивай тогда этих пацанов. Авторасчетом. Я не авторасчетом играю, только такие, знаете, битвы, которые вот 50 на 50, вот там, где вот реально надо вот скилл показать. Вот таких мелких я не думаю, что надо растягивать как-то. Все, восстание подавлено. Это вот здание построится, вроде более-менее должен общественный порядок подняться, я так думаю. Вас мы тоже будем подводить уже тогда. Здесь вспышки новой не будет. Что здесь? Горное дело прокачать. Мойте эти. Общественный порядок будет отнимать нам. Это будет не очень гуд. Ну, вроде деньги нам капают в казну. Так, телефон зазвонил. Слегка скинул, потом перезвоню после серии. Через часок. Так. Все, конец. Конец. Посмотрим, что мы тут добились. Знатный воин, любитель побоищ, правда. Навыки. Воин. Игматская любовница. Давай назначим тебя. Коль уж пошло на это. Все. Шпиона бы какой-нибудь нанять, у нас денег пока нету. А нет, деньги-то есть так-то. Можно было бы ихнего шпиона потравить, попробовать. Кто кого, как говорится. Ну, их, конечно, поопытнее такой чувачок там сидит. Она просто тут мешает сильно. Хотя он обнаружен. Это дает преимущество перед ним. Так. Вот это не очень хорошо, они наших союзников подтрепали. 5 этот прет. Тяжелая война. Кто там кого-то? Так, другие вожди.
и вожди. Посадим на коня. Ты вот, приятель. Сюда беги. Будем держать этих, как говорится, на короткой ноге, да? Чё, походишь? Разомнёшь косточки? Что тебе мешает? Так, деньги пока у нас есть. Снять бы агента. Подожди, против шпионов кто хорош? Строитель. Ну, они вроде как одинаковые все. Новый агент. Не мужское это дело подсматривать и подслушивать. Зато полезное. Так-то да. Ходить можешь или не можешь? Так, нет, это наши друзья. Не трогаем. Давай, переправишься тут через эту речушку. Хотя ты мог бы в городе посидеть. Время. Все, стягиваем войска, пока они там не накопились у них. И пока ты стоишь, тоже найми кого-нибудь. Из конницы, конечно же. Ты нанять можешь кого-нибудь? Конечно, у тебя конница такая знатная. Ну, нужны и простые пацаны иногда, да? Которые могли бы делать им неприятных вещей. Все. Конец хода. Шпион, конечно, создает нам беды. Ну ничего. Справимся, я думаю, да? Так, двумя отрядами. 40 отрядов, в общем, получится. Кто? Вступить в войну с кем? Треверы. Где эти треверы? Сильный союз. Требуют. Что будет, если я вам откажу? Пацаны, фиг пойми. Не, ребят. Блин, извините. Извините, пацаны, но я сейчас не хочу ни с кем в войну вступать. Я просто тупо не могу. У меня вот здесь противник, и эти, блин, еще там. Скоро, наверное, быковать на нас начнут. О, как, да? Лучники. Пятенёры. Ничего, если чё, подтрепаем их тут посильнее так. Посильнее подтрепаем. Так, они могут дальше по нам по двум направлениям, да? Через сюда и через отсюда. Сейчас мы их тут так зажмем. А конница пускай здесь обходит из флангов. То есть к другому берегу, да? То есть здесь от обороны так, ну, держать так будем, так нормально. А здесь ударим. Если они там сами не распределены на два фланга. Смотрим. Не знаю еще пока что. Их упашить будут. Так, ну генералам, конечно, отдельно. Генерал пускай стоит тут, командует. Да,
Stand ready! Spearband! Returns! Нет, давайте, вы вроде как покруче считаетесь, да? Второй отряд тут. Так, я потом перегруппирую, конечно же. Плотный ряд сделаем вам. Чтоб вот тупо вот вообще никто подойти даже не мог. И застрельщиком из-за спину, да? Всех. Так вот. Не тут могут обойти где-то. Нет? Не могут. Не могут, так и не могут. Боюсь я за это место. Нет, так раз уж мы решили, то... Блин, здесь такое количество войск не надо. Так, с этими распределились. Кто? Просто вот эти, да? Так вот. Поширше вас, да? Stay together! Stay together. Может, поплотнее, может. Чтоб мост от можно было удерживать так хорошо. Slingers! Britons! Генерал пускай тут и стоит. Конница. Конница, естественно, сюда. Ну чё, как говорится, с Богом, да? Так конницу мы, конечно, тоже отрядом. Нет. Третий отряд. Четвертый отряд. Второй отряд. Пятый отряд. К ним подходят свежие силы. Кто эти пацаны? Держите оборону. Сюда.
Нормально. Четвертый отряд. Атакуйте. Даже вот так. Вот этих. Вот этих. Генерал. Так, третий отряд. Сюда. Мы обнаружили засаду врага. Я понял. Нет, 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 четвертый, четвертый. Раз, два, три. Сюда. Раз. Раз, два, сюда. Конница. Я про вас не забыл, не переживайте. У вас все окей, да? Вы этих? Этих. Так. Сконцентрируйте огонь. Будьте так добры. Ага, я понял. А, ясно. Этим. Понял. Ухожу. Do we say?
Наши ряды дрогнули. Где они дрогнули? Главное этих пидорских лучников быстренько снять, и все. Ничего не дрогнуло у нас. Все, теперь уводим. Наши остались без снаряжения. Scouts, riders! Наши остались без снаряжения. Бодом, бода! Генерала бы вашего так подбрить бы немного. Давай этих петухов гони отсюда. Ancestors, honor us! Battle ready and eager! Вражеский военачальник убит. Ну и отлично. Зажимаем вот этих петухов. Стоп. Теперь вот за этим поехали. На нашего военачальника напали. Heroic nobles! Отступай. Они нужны такие жертвы.
Наши остались без снаряжения. Конница. Бей. Бей, как никогда не било. Сжимайте их. Вражеский военачальник убит. Здесь главное продержаться. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой... Нормально. Позор. Растягиваем их. Наши остались без снаряжения. Вы будете атаковать или не будете? Да навалитесь вы уже на них. Наши остались без снаряжения. Все, генерал, давай уходи отсюда. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Я понял. Нас теснят. Стеснительный какой. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Тысячу побегом от них, да? Наши бегут с поля боя. Какой позор! Пиздец нашим лучникам. Heroic nobles! Anderson! Бунако! Слингерс! Наши бегут с поля боя! Какой позор! Да
Давайте потравим их немного. Наши остались без снаряжения. Каиста конница. То можем всю эту толпу держать короткой. Давайте там допинайте их, уже потому что их там мало, реально. С вами мы еще не договорили. То есть так, да? Так. Так. Не знаю, правда, как мы их размотаем. Да что, пока ж кони живы, это хорошо. Так вот мы их сейчас и будем держать. Так, по истечению времени. Бегай туда-сюда. Четвертый отряд. Лучники. Сюда. Пики. В случае чего. Хай держат. Генерал. Сюда.
Давайте оттягивайте свои войска обратно. Бегом! Немного истощены, но... Свою роль вы выполняете, ребята. Все, давай подальше вообще отсюда. На нас стягиваются, да? Мы их лучниками могли подбрить. Что-то как-то они тут стали так не очень. Хай подойдут поближе. Что-то вы отделились очень сильно. Наши остались без снаряжения. Отлично, эти выскочили. Наши остались без снаряжения. Боятся, чтобы их не подходило я к их военачальнику. Все, лучники. Бейте этих гадов. Пока их тут мало. Bathe the earth with their blood.
Heroic Nobles! Наши бегут с поля боя! Какой позор! Да потому что титанули наших тут. Мутанты, блять, вы куда? Наши бегут с поля боя. Какой позор! Britons, hack them down! Slingers! Warriors, eager for blood! Slingers! Get running! Heroic nobles! Warriors, move out! Britons! Forward! Поживите. Understood. Иначе мы сольем. Годельня, блин. Наши остались без снаряжения. Battle ready! Генерал, ну-ка давай-ка. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все, пиздец нам. Кнопкой «Отозвать» можно вывести из боя. Подтрепали их, подтрепали. Я вообще на самом деле не рассчитывал на такое, но хорошо мы их тут. Отступление. Все, теперь бегом. Надеюсь, успеют. Ну, мы их тут хорошо покрошили. Блин, если догонят, то надо будет эскейпы. Так отступать, да? Давайте, бегите, блин. Аж пораньше так. Погоня такая. Все. Знать поражение. Завершить битву. У них потери побольше, чем у нас. Радует. Крепкая битва, очень крепкая.
Опять же, это основные их войска. Хорошо их так. Сейчас там еще одна пайка у меня придет. Добьют их. Пайка войск. Как раз они отступят к нашим. Отойдут. Все у нас будет супер. Маневр. Сложно с этим пацанами. Ну хотя бы ихнего военачальника сняли, это уже хорошо. Думаешь, он там пойдут они прям на нас без военачальника? Ну, чего они так держались вот прям, когда я их так отгонял? Непонятно за тот отряд. Там же по сути дела уже никого нету. Военачальника убили, все. Вот так. Ронины, короче, остались. А, две армии. Может быть, там и остался один пацан. Да. Чё, не хватает уже мощи, да? Нападать не будете? А я вот буду. Я вот вас добью. Может, лично, конечно же. Не, ладно. У вас слишком мало это. Это мы вот так вот с вами. Все, пока их не основные войска уничтожены, нужно продвигаться. И нанимать новых. У меня эти закончились. Лучники. Лучники это, как известно, пацаны хорошие. Все, братан, давай откармливайся, короче, тут. Можешь, а ты пойдешь в поход. Потом догонишь. Навык. Тебе нужен боевой какой-нибудь. Ох, Вене пойдет. Пойдет всем на пользу. Манипуляция. Ковать может. Пять процентов. Тобой проще манипулировать, нежели. Чего не может? Да? Ну, я пытался. Флев. Yes. Я уже испугался, что город у нас отбили. Нет. И отбили. Как можно издать эдикт в этой области? Никак? Мне не очень нравится, что они тут топают. Напасть мы на них не можем. Ну вот, походим так за ними там. Ничего не могу сделать. Никак. Да, эдикт я не буду издавать. Пока что и так все хорошо.
вроде бы. Хотя да, подтрепали нас тут так. Одну из армий, но это был достойный бой. Интересно даже очень. Планцы хай ходят. Моего агента обнаружили, да? Stragglers will be left behind. Is there nothing else? Сегодня, конечно, много. Ну, вот отожмем этот городишко, потом там отожмем чего-нибудь. Да? Где там ваша Великая Империя? В Ланяне. И потом сюда пойдем. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and, ha, ripe women to ease other parts. Умеренный был. И хочешь, как хочешь. Good and noble friend, what an honor you do us. Come, speak so that the spirits can hear your words. Хотят. Хотите, как хотите. Занимаешься? Занимайся. Потребуешься еще. Ну, а вы присматриваете? Присматриваете за этими пацанами? Бильбо Бэггинс. Посадим потом тут город. Чтобы мне повадно было. И станет эта территория нашей. Куда ты пошел? Походу у них денег очень много, что и на отравить у них там хватает. Любитель побоищ. Ready for orders. I live to serve the people of Britain. Starting out. Your next command? My next command is захвати Зад-Сити.
Ну, мы тебя уже назначили. Попробуем. Дева воин. Hail to the mother. How can I help? Ну чё, с следующего хода это уже, по идее, должен стать наш город. Там надо будет возвращаться. Или прекращать войну эту нафиг. Сейчас у нас здесь восстание будет в Леве. Так, а счет штурма? 67, ну ладно. Нормально. Хорошо, откормятся. Пировать. Ну и что дальше вы скажете? Как ваша политическая ситуация? Агрессивный. Раз он агрессивный, блин. Или давайте дожмем их уже. Я только отдельно сохранюсь. Отдельно сохранюсь. Сохраняйся. 7. Угу. Что у вас тут в городе? Сноси нафиг. Мне еще тут пунши не хватало. ЦБС. I live to serve the people of Britain. Может, тебя просто убить? Я такой процент, если это просто что-то. Давай иди разведай тогда. Ready for battle. Топай. On the move, lads. Топай. Еще наемников все сделаем. Можем даже сейчас сделать несколько отрядов. Как-то так. Да, пока экономика наша так немного страдает, но... Черт подери. Скоро это все изменится. Конец хода. Сановников можешь посадить туда, как считаете?
дожмете этих? Пожалуйста, дожмите. Питер, блядь, не отступает. Чё? Казна плюс 12 штук, нормально. Так, мы пока в небольшом минусе, да? Что-нибудь для общественного порядка сделать надо. Далее. Это плохо все. Хотя бы вот так пускай будет. Давай топай. Тревожено. Надежный Ерубиан. Нет, давай ты просто выдвигайся. Уж производить там разведку на местности. Надо, конечно, отдохнуть немного от войны. Так, ну хотя бы общественный порядок здесь расти начал. Следовательно, мы можем сформировать эти войска. Даже вот эти. Все. Строить мы здесь что-нибудь можем? Можем. Здесь можем? Можем. Плюс два. Вот это неплохо. Все, строимся. Что здесь у вас? Отлично. Деньгами много просили, но мы сейчас будем ходить в плюса просто жесткие. Отлично. Надо завершать ход. Но они сами виноваты, что на нас напали. Я их не заставлял. Уже подходят, да? Падлы. Что-то у нас там. Член вашей семьи был убит родным братом. Тот уверен, что у него не было выбора. Его брат срубил священное дерево, пустил его на дрова. Казать, конечно же, его. Что-то он много на себя берет. Кто ты?
значение. Я вас понял. How can I assist you? Heading out? Is there anything else? Yes. I live to serve the people of Britain. Ходить не можете, да? Ready for battle. Starting out. You have further orders? Чего так orders? То есть вот так вот, да? А по карте, если? То есть это все, что у вас осталось, да? Или нет? По идее, да. Что у них осталось? Вот эти войска дожать и все. I live to serve the people of Britain. Thirsty for battle. Поднанять, что ли, еще? Нет, не можем. Конец. Нет, не конец. Разведали, можешь назад возвращаться. Нет схода. Сейчас экономика наша немного подподнимется, и мы их потом сюда будем подводить, этих чуваков. Даже можем тех подвести поближе, которых там сколько, 4 или 5 отрядов. Чё, тоже помощь? То есть долго не церемонитесь, да? Давайте. Повоюем. Здесь какое-нибудь опять ущелье там будет. А, понял, понял. Может, типа там... Походный у нас был. Пускай лучники одних жмут. Да? Жалко, потому что голубой такой отряд был. Блин, потеряли, потеряли, ладно. Что ж поделать? Как же быть? Чего уже не изменить? К ним подходят свежие силы. Все, дайте мне уже управление. То есть прям конные, да? Потрепаны мы немного. Печально. Давайте как-то, может, на одну сторону попробуем сконцентрироваться.
Не знаю, может, это тупо, но... На нашего военачальника напали. Да он сам напал. Четвертый отряд. Я вам дал задание. Исполнять. Все, быстро сносим. Они не успели очухаться. Мы обнаружили засаду врага. Все, выстраивайтесь, ребята. Начальник, сюда. Сюда. Наша засада обнаружена. Бейте, бейте, бейте их! Блять, почему пешком? Главное сейчас ихнего военачальника приговорить. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор. Теперь
теперь стоп. Наши остались без снаряжения. Да, сейчас опять подтрепят наши войска. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Все. Признать поражение, отступаем. Не будем превращать такую кровавую баню. Ну, сейчас другие пацаны подбегут там, пасуют им там за щеку. И все у нас будет супер. Мы их-то и так подтрепали так хорошо. Так. Их куда больше. Они наши полки. Блин. Главное, мы их лучников поснимали. И конницы немного подбили так знатно. Вот это основное. А все остальное это дело наживное, да? Retreat! Journey completed. А, я понял. Я понял, для чего вы сюда пошли, мои маленькие. Негодяйчики. Козлопудельки, блин. Тут вроде сейчас нормально с общественным порядком. Еще пройти сможешь? Те подряду бы нанять. А тебе вообще так пару наемничков, да? Ладно, одного так одного. Да они, блин, не денутся от нас. Ладно, военное дело. Скорость бега — это хорошо. Так, ну вроде все учел. Вроде все хорошо. Можно продолжать наш натиск. Шпионом, разве что не походил.
травить их там надо было немного. Сейчас у меня там две штуки будет там с чем-то. Просто наемниками их возьмем. Засада, значит, да? Давайте засада. Лучников очень-очень-очень много. Это ж хорошо, но... Как когда? Ну чё, подтрепят. Мы их тоже подтрепим. Войска опыта наберутся какие-то. О, так здесь вообще чистое поле. Супер. Хэри Бастерс, блин. Хэри Пуси, блин. Со всеми. Да не. Давай-ка ты нормально. Еще раз давай. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Я понял. Попробуем лучниками их разнести. Ну и конница есть. К ним подходят свежие силы. Давайте письками затыкаем. Все? Воевали? Стоп! Конопали. Ёкарный мамай, чё вы делаете? Как я вам сказал встать? А хер с вами. Все, пошла перепалка, нормально. 4. Отряд 4. Отряд 5. И вот как-то вот давайте вот все в темпе.
Наши ряды дрогнули. Главное, чтобы их ряды дрогнули. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Лучники. Этих. Бегом! Наши бегут с поля боя. Какой позор. Хотя бы этих дожмите. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Генерал, отступай. Наши бегут с поля боя. Все. Теперь можно отступать спокойно. Потрепали их так знатно, и все. Лучниками-то там. Хорошо так зашло, наверное, да? Сейчас разберемся со всеми. Джонни комплит. Ага, то есть так лишили, да? Retreat! Дают мне нормально атаковать их. Коней бы их них так. Дайте только мне походить, блин. Я возьму наемников, такую армию, что им не снилось. Просто будут плакать. Melee warriors. Returns. Grouped and waiting. Отничком давайте. Deadly missiles ready. Slingers. Battle group awaiting your word. А уж мы там ничего не хитрили. К ним подходят свежие силы. Не,
нужно все бросить на ихнюю конницу. The piece of shit. Стой. Это наши свежие силы, которые подходят. О. Вот эта тема. Если я передумал. Давайте плотничком, ребята. Бегом атак. Тут нам отряд вообще не нужен. Козел. Все, просто давайте их. Вот эту гребаную конницу. Так. Третий отряд. Правильно мыслите. Кроме вас. Очень быстрый мувау, давайте делайте. Наши ряды дрогнули. А вы куда вышли? Тропу войны. Наши бегут с поля боя. Какой? Ой, позор. Все, отступаем.
перегруппировываемся. Ну, потому что это не дело. Тоже мне воины добра и света. Так вот, значит, да? Полностью. Ну же, вроде не погиб. И этот, да? Значит. С огнем играют. Хотят алабу себе обратно забрать. Мы им ее не отдадим. Почему у нас денег дофига? Теперь молитесь. Теперь реально молитесь. Ready for orders. Journey completed. Где мой шпион? Hail to the mother. How can I help? To work, then. Yes. How can I help? The way is shut. Our secrets are safe with me. Тяжело. Не хотят сдаваться они. Посмотрим, что они сейчас примут. Это еще пунш. Хорошо как. Так, наши союзники. Чти. Которые могли бы помочь. Да, конечно, наверное, не стоило так подводить их, своих, поближе. Блин, я охренею просто, как это потно у нас тут. Просто реально пот какой-то, очень пот. Подходят свежие силы. К ним подходят свежие силы.
Нам бы подошли свежие силы. Ныб не было бы. Нас теснят. Где нас теснят? Мы здесь самые стеснительные. Давайте, закидайте их там уже, блин, чем-нибудь, чем можете. Самые элитные войска, блин, это кунные лочники. Нашего военачальника напали. Ну вот хай отступает наш военачальник. Нефиг ему там делать. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Чем дальше убежит, тем лучше. Все, вот этих гопников мы уже почти добили. Вот этих давайте. Наши остались без снаряжения. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Чё позор? Один отряд добить не могут. Действительно позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Отступай. Просто отступай. Дайте мне, блин, наемников. Конечно, я тем поднанял так. Сейчас и поддать им жару. Наемничками. Четыре пацана осталось у них тут. Самые элитные войска. Может закончить войну эту гребаную уже. Они так хотят отвоевать этот город, но они не отвоюют его уже. Уходи. Не хотят отпускать, да? Да. Потери знатные. Здесь куда-то туда поскакали. Вот вы сдохнете. Инцесторс. Реально с ними войну просто прекратить и все. You
have the ear of my people. Do not waste words. Ясно, значит, вы крепко так засели, да? Ready for orders. Yes. Дети, чепушилы, лесные. Обход, да? Так, опять звонят. Уже походу серию завершать. Этим я и займусь. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Обязательно лайк и подписка. Всего хорошего, удачи и пока. Так, сохранение. Все. Пока-пока.